партизанской славы. И мы узнімем его с руины попелу пожарищ, и он станет великосным и чудовным. У проектным бюро идет великая и напруженная работа. Архитекторы Трахтенберг, Король, Спиранский и иншие заканчивают распроцовку генерального плана реконструкции города Минска. Над проектами працевали лепшие представники архитектуры Советского Союза, академики Мартвинов и Кольни. Будущий город повинен быть с великими магистралями, пригожими домами, парками и садами. Авторы проектов... Наведала делегация будовников города-героя Сталинграда, прибывших проверить и подвести выники социалистичного споборництва с будовниками Минска. Сирот гостей бригадир-каменщик Мария Землянская, бригадир-электриков Павел Брыжнев. Сталинградцы оглядели новобудовли Минска. На одной из будовничих пляцовок гости встретились со знатным белорусским каменщиком Денисом Гулаховым. Узаемный обмен опытом многому научит будовников двух городов. Начальник управления по справах архитектуры при Совете министров БССР товарищ Король познакомил гостей с планами дальнейшего будовництва Минска. Новыми чудовными архитектурными ансамблями узбогатится белорусская столица. Мощная дружба – залог новых успехов у працы будовников Минска и Сталинграда. Была принята председателем Минского городского совета депутатов трудящихся товарищем Шараповым. Архитектор Король рассказал о генеральном плане строительства нового Минска.